Сегодня в программе. Единственное, что я помню, товарищ судья, это то, что я просыпаюсь со света и голый. Я вижу свою жену, которая плачет и бьет меня. Никакого секса я вообще не помню. Инна Сазонова была поражена до глубины души, когда застала любимого мужа Андрея и близкую подругу Светлану в разгар их любовных утех. Не в силах смириться с неверностью мужа, Инна подала на развод. До встречи со мной он был никем, и звали его никак, понимаете? Я его просто с низов подняла. Благодаря мне он стал рисовать образы голых женщин. 2 года назад Маргарита Захарова познакомилась на вечеринке с молодым художником. Картины Константина Захарова росли в цене. Состоятельные люди стремились заказать ему портреты своих жен и возлюбленных. После замужества Маргарита некоторое время мирилась с тем, что ее мужу позируют обнаженные женщины. Однако сегодня супруга подает на развод, обвиняя Константина в изменах. Также она просит разделить его картины, поскольку считает их совместным имуществом. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Сазоновой Инны Николаевны к Сазонову Андрею Игоревичу о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества. Трехкомнатной квартиры площадью 88 квадратных метров стоимостью 16 миллионов рублей. 2 автомобилей стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей и 1 миллион 560 тысяч рублей. И земельного участка 15 соток, и загородного дома общей площадью 164 квадратных метра стоимостью 17 миллионов рублей. А также счета в банке на сумму 10 миллионов рублей. Все это в равных долях. Ответчик Сазонов Андрей Игоревич с исковыми требованиями не согласен. В зарегистрированном браке вы 3 года, совместных детей нет. Инна Николаевна, объясните, пожалуйста, по какой причине вы желаете расторгнуть брак? Я желаю расторгнуть брак по прошествии всего 3 лет совместного проживания, потому что Андрей оказался подлым и низким человеком. Он изменил мне, и я очень рада, что у нас нет общих детей. Вот. Мы с Андреем знакомы с самого детства, то есть наши отцы, бизнес-партнеры. Моя мама дружит с его мачехой. Вот. И все детство мы, в принципе, провели вместе. То есть праздники, Рождество, Новый год. Лет в 14 я влюбилась в Андрея, но это было безответно. Потом я повзрослела, и в 18 лет Андрей обратил на меня внимание, и у нас завязались отношения. Но потом он сделал мне предложение, и у нас была счастливая семья, то есть мы были счастливы вот до этого происшествия. Какое происшествие? Ну, поясните, чтобы было понятно, что случилось? Был день рождения у Андрея. Вот. И Андрей немножко выпил, я устроила праздник, вот, пригласила его друзей, торт, ну, как обычно, вот. И, видимо, разомлел немножко от выпитого и уснул. Я решила, да, проводить гостей. У нас еще оставалась моя подруга Света, она немножко перебрала, я решила, что не стоит ее в таком состоянии отправлять домой. Вот. И меня не было минут 15-20, я захожу, а Андрей вместе со Светой занимается самозабвенным сексом. Какой там самозабвенный секс? Единственное, что я помню, товарищ судья, это то, что я просыпаюсь со света и голый. Я вижу свою жену, которая плачет и бьет меня. Никакого секса я вообще не помню. Я вообще изначально не понимал, почему жена так расстроилась. Только когда проспался, я начал понимать, что произошло. Я сразу же поехал к Ининым родителям. Я пытался замолить все свои грехи. Я выполнял все ее капризы, но жена настаивает на разводе. Так, ну, Инна Николаевна, ну, если действительно это была какая-то совершенно отвратительная, но все-таки случайность, может быть, вам стоит пойти навстречу мужу, дать ему еще один шанс? Ну, человек может иногда оступиться. Может быть, он вам когда-нибудь что-то тоже простит? Я видела это. И каждый раз, когда я захожу в нашу квартиру, я вижу на этой кровати Свету и Андрея. Они голые, занимаются этим. Я просто не могу находиться рядом с ним.
Ну, не могу находиться... я вас понимаю, да. То есть у вас возникла какая-то психологический барьер, да. И вы не можете через него уже пройти. Ну, ничего, бывает иногда. У женщины что-то вот тоже отключается. Я понимаю. Раз переключилась, и все. И может, она бы и рада, а уже не может. Вот так бывает. Ты представляете, вот эта кровать у меня прямо перед глазами. Ты хочешь, я сегодня же выброшу эту кровать и куплю новую. Это не спасет. Это не спасет. Это очень тяжело, но это не спасет. Так, Инна Николаевна, вы также заявили иск о разделе совместно нажитого имущества. И поясните, пожалуйста, ваши пожелания вот по разделу. Ну, я бы хотела, чтобы все наше имущество поровну разделилось между нами. У нас две машины. Одна моя, другая Андрея. Вот, у нас квартира трехкомнатная в центре города. Это все вы за 3 года наработали совместно с мужем, ну, да? Что-то дарили родители, конечно. То есть, ну, мы сами не могли это себе позволить. Ну, вот я поэтому и понимаю, что такое имущество вряд ли вы сами на свои заработанные деньги приобретали. Поэтому я и спрашиваю, расскажите мне об этом имуществе. Ну, вот у нас 10 миллионов на... карте. Вот. И 5 миллионов подарили мои родители, 5 его. Вот. Тоже участок подарили его родители, квартиру мои. В общем, я хочу, чтобы квартира осталась Андрею, участок с домом мне. Ну, они примерно равные по стоимости. Вот. Андрея машина осталась у него, моя у меня. И вот счет в банке. Я хочу, чтобы эти 10 миллионов разошлись. Ну, ему в общем-то, 5, стандартно. 5. Вы хотите, ну, вот, да, так, да, вот конечно. Это. То есть все поровну. Да. Хорошо. Ну, Андрей Игоревич, в общем, совершенно правильный раздел. Тем более, что это не вы тяжелым трудом-то, а все это получили от родителей. Поэтому пополам это поделить вполне нормально. Нормальное предложение вашей супруги. Почему вы не согласны с таким разделом? Ваша честь, как раз из-за этого я и изумлен. Я изумлен, что Инна собирается делить имущество, которое подарено нам родителями. Мы не наживали его. Родители дарили его нам на свадьбу. И после... Ну и ее, и ваши родители. Конечно, дарили. Конечно же. Ее, и мои, я ничуть не спорю. Но они дарили ее все это имущество в надежде на то, что мы проживем счастливую жизнь, что мы родим им внуков, что мы будем вместе, а не попилим. Они, наверное, все. Не предполагали, что вы будете спать с другими женщинами. Они, наверное, предполагали, что вы будете состоять в половой связи только с их дочерью, ваша когда честь, дарили это имущество. Я тоже не предполагал. Для меня это все... Ну, вы нарушили эту договоренность, да, поэтому... Я буду вечно винить себя за это, но, Инна... Прости меня, я буду вечно благодарен, если вы ответчик. Простите, если она заберет иск. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, а вот кто-то из ваших друзей, может быть, поддержит вашу позицию? Конечно, конечно. Я хочу пригласить отца Инны, который полностью на моей стороне, он понял меня как мужчина. Пожалуйста, я прошу вас, ваша честь. Отец Инны – это Проскурин Николай Иванович, и он с вашей стороны был заявлен в качестве свидетеля. Именно поэтому так. Мы сейчас ждем его в зале. А вы свидетель Проскурин? Да. Пройдемте. Здравствуйте, Николай Иванович. Вы приглашены со стороны ответчика. Ну, тем не менее, я знаю, что вы являетесь отцом истца, Инна да. Алексеевна, но вы поддерживаете сохранение брака. Да. Поясните, пожалуйста, свою позицию. Ваша честь, я считаю, что моя дочь совершает большую ошибку. Андрея мы знаем с детства, он хороший парень, но сейчас он очень переживает и страдает, что изменил своей жене Инне. Он ее очень любит, не ест, не спит. Ну, молодой горячий, занесло его по пьянке, с кем это не бывает. Он сын моего друга по бизнесу Игоря. И я считаю, что разовая измена, у них семья, это дороже, чем разовая измена. И Инна его с детства любит, сегодня называет его мой Андрюша. И когда она подросла нам с матерью, она все уши про него прожужжала. А теперь вот он есть, любит его, обожает, на руках носит. Живи да радуйся! Пап, ну ты же понимаешь, что дело не в том, что я его люблю с самого детства, что мы давно знакомы. Дело в том, что я больше не могу находиться с этим человеком. Все, я не представляю нашей совместной жизни. Я грешным делом в его возрасте тоже бегал налево. Но я всегда любил свою жену. И она мудрая женщина, твоя мама. И она какие-то вещи пропускала сквозь пальцы. Но она не была такой же принципиальной, как ты. Я бы сегодня не имел бы дочери, не был бы на этом суде. Ваша честь, я прошу вас, не разводить их сразу. Дайте молодежи время подумать. А то они сейчас столько дров наломают, потом будут очень об этом жалеть. Пап, давай так.
Я больше не хочу слушать о твоих грязных похождениях. То, что мама простила тебя, это ваше дело. Она сильная женщина, я не такая. Я не могу простить Андрея. И, кстати, мама полностью на моей стороне. Я прошу вызвать маму с моей стороны. Я бы хотела, чтобы она была свидетелем. Ольгу Сергеевну Проскурину, да? Угу. Ну, хорошо, пригласите маму истца. Вы свидетель Проскурина? Да. Пройдемте. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Вы мама истца, но вы поддерживаете все-таки то, чтобы ваша дочка расставалась со своим мужем, как я понимаю, да? Вы знаете, Ваша честь, я считаю, что моя дочь Инна поступает правильно. Я с самого начала была против этого брака. Но мой муж и его бизнес-партнер Игорь настояли на этом. Это изначально была их идея. Они тогда надавили. И он, поддавшись дочке его давлению, действительно влюбилась в Андрея, надавили на нее. И сейчас вот я также смотрю, мой муж продолжает давить на нее. Ольга, а что ты несешь? Инна что? С детских лет любит Андрея, и тебе он всегда нравился. Ты сама же об этом говорила. Говорила. Потому что спорить с тобой бесполезно. Потому что спорить с тобой бесполезно. Ты ведь только себя слышишь. Ты больше никого не слышишь. У тебя на другое мнение наплевать, кроме твоего ненаглядного дружка Игоря. У нас самих, знаете, семья хоть и состоятельная, но я старалась воспитывать дочку хорошим человеком, а не избалованной эгоистичной богачкой. А Андрюша – классический мажор, папенькин сынок. Ничего решить без папеньки не может. И вы знаете, я не знаю, что можно взять с этого мальчика. У него же нет никаких нормальных человеческих понятий. У таких на уме, знаете что? Алкоголь, наркотики, девочки да разврат, жиру бесится. Инна, о чем ты говоришь? Андрюша нормальный парень, он любит нашу дочь. Коля, ты не все знаешь. Я должна сказать, что он с самого начала вел себя неподобающе. Смотрел налево, кадрился с Инниными подружками. А однажды, заехав к ним, я не достала Инну. Зато накрыла далеко не трезвого Андрея с другом и двумя пьяными девицами. Знаешь, Андрей, а я верю маме. Да? А давай сейчас послушаем Свету. Свете я тоже верю. Значит, ты изменял мне еще до нее, да? Изменял. Все понятно. Себе. Можно вызвать Свету, мою подругу, чтобы она рассказала, как все было на самом деле? Я бы хотела пригласить Сухотерину Светлану Антоновну в зал, чтобы она рассказала, как все произошло на дне рождения. Это вот ваша как раз вот эта подруга Света, да? Да, да, да. Вот хорошо, которой... пригласите в зал свидетеля Сухотерину. А вы свидетель Сухотерина? Да. Пройдемте. Здравствуйте, Светлана Антоновна. Здравствуйте. Ну, вот дело в том, что как раз контакт ответчика с вами и послужил причиной развода в этой семье. Вы можете суду рассказать, было ли это на самом деле? Если было, то как это произошло? Да, Ваша честь. У нас была близость с Андреем. Это все произошло на дне его рождения. Мы все напились, я ушла спать в комнату. И просыпаюсь от того, что Андрей снимает с меня одежду со словами, что он очень давно испытывает ко мне симпатию, что он дико меня хочет. Андрей тоже мне нравится, и я не смогла, в общем, устоять. И, конечно, Инна, мне очень неудобно перед тобой, что вот так все произошло, это все алкоголь, вот эта вся страсть. Но и Андрей не должен был тоже так поступать. То есть это было по обоюдному согласию. Ваша честь, когда все это произошло, я опешил. Я понимал, что не мог я так поступить со Светкой. Не мог я с ней такого делать. Я не знал, что происходит. Никогда она меня не возбуждала. Я о ней не думал в таком ключе вообще. Позвольте пригласить мою мачеху, тетю Галю. Она объяснила мне, как все было на самом деле. На самом деле все не так просто, Ваша честь. Прошу пригласить в зал суда Сазонову Галину Кирилловну, мою мачеху. Ваша мачеха, она да? Она моя мачеха, хорошо. Именно так. Приглашайте, пожалуйста, Сазонову. А вы свидетель Сазонова? Да. Пройдемте. Здравствуйте, Галина Кирилловна. Как я понимаю, вы... мачеха Андрея Игоревича.
да? Да. И вы считаете, что этот брак можно сохранить. Какое ваше мнение? Вы знаете, несмотря на то, что я пришла поддержать Андрея, я считаю, что не стоит сохранять этот брак. Почему? Сейчас расскажу. Мы с отцом Андрея женаты уже 10 лет. Андрея я воспитываю с 14 лет, он мне как сын. Инна мне стала как дочка. Тем более мы с ее мамой Ольгой дружим. И когда они приняли решение пожениться, я была только за, была рада. Вот. Но с недавних пор я за Инной начала замечать нелицеприятные такие вещи. И поэтому я считаю всю эту ситуацию с изменой Андрея, это полный розыгрыш со стороны Инны. То есть она срежиссировала такой спектакль и как бы подстава. Так, ну подождите, поясните тогда, почему вы так считаете, откуда у вас такая информация, и объясните, зачем это Инне Николаевне? Сейчас объясню. Инна всегда стремилась быть независимой от своих родителей и от их денег. Вот здесь, конечно, вот и повод как раз. На свадьбу мы с мужем подарили им земельный участок, дали деньги на строительство дома. Со стороны Инны Ольга с мужем подарили трехкомнатную квартиру в центре Москвы. То есть, получается, если сейчас Инна разводится, все, половина имущества переходит к ней. То есть к тому, к чему она и стремилась. К независимости и богатству. Мне больно об этом говорить, потому что получается то, что Инна не любила Андрея. И это все из-за имущества. Вот я до сих пор не понимаю. Тетя Галь, ну вы что? Я люблю Андрея с 14 лет. О чем вы вообще сейчас говорите? Если бы не его измена, я бы не подала на развод. Инна, ну смотри, далеко ходить за подтверждением моих слов не надо. Света, которая якобы, с которой якобы изменил тебе Андрей. Но я это видела сама, как это якобы. Якобы, я считаю, что это якобы произошло. Вот, она снимает комнату у моей приятельницы. И мне моя приятельница рассказывала, что она задолжала ей уже за год. А тут вдруг она приносит за 4 месяца такую тоже сумму, откуда она ее взяла, непонятно. Она не работает, она ушла с работы, не может никак найти нормальную работу, бегает от коллекторов. И в связи вот с этой ситуацией, Свет, я хочу тебе предложить жить. Давай сделаем так. Я тебя устрою к себе в фирму, возьму твой долг на себя, а ты сейчас нам разъяснишь ситуацию, потому что я уверена, что это вот вы подставили, Андрей. Ну объясняйте, это действительно так было? Это был какой-то план или у вас вот такая близость случилась? Ну, да, в связи с моими проблемами. Какими? Ну, финансовыми проблемами вообще у меня в жизни. Мне мама Инны предложила такой сговор, что она мне даст определенную сумму денег, чтобы я, ну, сымитировала эту измену. На самом деле это все произошло... Ну, обычно я просто подливала алкоголь на вечеринке больше Андрею, чтобы он быстрее был пьяным. Лег спать, ну, как бы он лег спать, разделся... Вернее, я его раздела, сама разделась, легла с ним вместе в постель. И в это время как раз я слышала, что Инна шла. Ну, и я сымитировала то, что у нас был секс. Она не стала ни разбираться, ничего. То есть это была идея Ольги Сергеевны? Да, это была идея матери Инны, мамы, да. Она мне предложила такую сделку, она даст мне определенную сумму денег, чтобы я решила какие-то свои проблемы. Ну, я не могла отказаться. Вот. Ну что, хорошие деньги заработали, наверное. Но измены не было физически. Я, ну, очень хорошо. Я бы уже этого не смогла сделать. Ну скажи, мам, давай. Послушаем. Не хочет говорить. Потому что Андрей тебе не пара. Потому что он точно такой же, как его отец, который своими изменами довел настоящую маму Вику до психушки и до сих пор ее там держит. И такой же, как твой отец, который сейчас меня собирается выбросить на улицу. В смысле выбросить на улицу? Хорошо, отлично, если вас разведут, разделят имущество. Бери, дочка, все, что можешь. Я твоему отцу служила верой и правдой. А что теперь в ответ? Он подает на развод. Ольга, о чем ты говоришь? Сейчас не время наши проблемы решать. Заткнись! Мам, он подает на развод, вы разводитесь? Наш папа на более молодой и красивой решил жениться. А наше все супружеское имущество еще год назад... перевел на своего сына от первого брака. Наврал мне, что это чистая формальность, что это так надо для бизнеса и только временно. А я, дура, поверила и все подписала. А теперь
при разводе. Я даже ничего из своего имущества получить не могу. Понимаете? Вот все они такие мужики. И твой, Андрюша, тоже бы тебя как кошку выбросил. А я тебе добра желаю. Я хочу тебе жизни научить. Какой жизни, мам? Вот ты же знаешь, что я с 14 лет люблю Андрея и что продолжаю его любить. Зачем ты это делаешь? Я вообще тебя не понимаю. У меня как-то даже это в голове не укладывается. А вот уложится. Уложится в голове, когда ты узнаешь, кто наша разлучница. Знаешь, ради кого нас папка бросил? Ради кого? Вон она, Галина и есть, подружка моя закадычная. Эта дрянь клялась мне в любви и дружбе, а сама спала с моим мужем и наставляла рога дяде Игорю. Я думаю, небось и эта тварь придумала, чтобы все имущество временно переписать на Тему, а затем, чтобы лишить меня всего. Зачем ты Галину оскорбляешь? Она, в отличие от тебя, любит меня. А тебя только одни бабки волновали. И сейчас ты пытаешься детей развести, чтобы свои проблемы, о своей лучшей заботишься. Так, все, хватит. Мам, я очень долго тебя слушала, плясала под твою дудочку. Довольно. Теперь я буду думать своей головой. В общем, я хочу забрать иск. Я не хочу подавать на развод, на раздел имущества. Я хочу остаться с Андреем в браке, если Андрей все-таки этого хочет. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. До встречи со мной он был никем, и звали его никак, понимаете? Я его просто с низов подняла. Благодаря мне он стал рисовать образы голых женщин. 2 года назад Маргарита Захарова познакомилась на вечеринке с молодым художником. Картины Константина Захарова росли в цене. Состоятельные люди стремились заказать ему портреты своих жен и возлюбленных. После замужества Маргарита некоторое время мирилась с тем, что ее мужу позируют обнаженные женщины. Однако сегодня супруга подает на развод, обвиняя Константина в изменах. Также она просит разделить его картины, поскольку считает их совместным имуществом. Прошу всех садиться. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака и о разделе супружеского имущества прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истица отказалась от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Вам понятно определение? Ну, все понятно, Ваша честь. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Ой, дочь, молодец, Андрюша, я очень рад. Да поздно будет, все, мам. Молодец, я очень рад. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Захаровой Маргариты Андреевны к Захарову Константину Юрьевичу о расторжении брака. О признании дома площадью 240 квадратных метров, стоимостью 17 миллионов рублей, совместной собственностью супругов и о признании за истцом права собственности на 1/2 доли дома. О разделе имущества 20 живописных полотен художника Захарова, то есть ответчика. Ответчик: Захаров Константин Юрьевич, на развод согласен. Имущественные иски вы не признаете. Соответственно, картины ваши делить не хотите. И также вы не хотите поступать с домом. Хорошо, вы в зарегистрированном браке 2 года, и детей у вас совместных нет. Маргарита Андреевна, причину развода вы должны сначала суду указать, а потом, ну, будем говорить уже об имуществе. Попробуйте. Да, конечно, своими словами честь. Расскажите, что случилось в вашей семье. Да, ваша честь, я все расскажу. Все дело в том, что мой муж изменяет мне.
мне. С бабами направо и налево, с разными. Все дело в том, что он художник, понимаете? И кроме того, что рисовать картину, он больше ничего абсолютно делать не умеет. А поскольку я не работаю, и эти картины, эта живопись, стали единственным, скажем так, доходом в нашей семье. Соответственно, поэтому, поскольку картину нарисовала в браке, я хочу, чтобы эти картины поровну были разделены. Пополам. По-моему, все очень честно. Угу. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот что с домом? Кто собственник дома? Собственником дома является мой муж. Но ведь я столько в благоустройство в его вложила, вы даже не представляете. Угу. А у вас есть какие-то документы, которые подтвердят, сколько именно вы вложили в благоустройство? Там чеки, вы покупали что-то или строительные какие-то договоры, когда вы ремонт, допустим, делали? Ну что-то вот. Ваша честь, дело в том, что я продала свою машину, которая стоит миллион. Я вложила этот миллион в благоустройство в мастерской, но, к сожалению, документов я не имею на руках. Нет у нее документов никаких, ваша честь. Вот все документы, да, вот акт об оценке моего имущества, то есть моего дома, как до, так и после того, как там мастерская появилась. Причем это никак на цену не повлияло. Пожалуйста. Угу. Будьте добры, оценочная стоимость, да. Скажите, пожалуйста, а у вас есть договор купли-продажи машины? Нету, да? И хорошо. Машину тоже продавал я. Так как и покупал ее я. Вот, да пожалуйста. Что ты врешь на самом деле? Пристав, еще раз, возьмите, пожалуйста. Что значит машину? Это мой подарок, ничего не знаю. Так, ну подождите, но все-таки каким-то образом ваша супруга участвовала ведь в благоустройстве дома, благоустройстве мастерской? Да никаким боком она не участвовала. Машина была куплена на мои деньги. От продаж с моих картин. Деньги, да. Так, тогда и у меня потом к вам... эти же деньги я вложил, между прочим. Маргарита Андреевна, а почему вы утверждаете, что это была ваша машина и что вы продали машину? Вот мне непонятно. Ваша честь, все дело в том, что машина это была подарком мне. И стало быть, подарки не возвращаются. Поэтому с чего вдруг я должна эти картины отдавать ему? Понимаете? Да я купил машину сразу после свадьбы. Дал тебе на пару месяцев порулить и все. Он врет, нагло врет. На самом деле все было совсем не так. Ну, расскажите, как было. Ну да, расскажите. На самом деле все было так. Ведь до встречи со мной он был никем, и звали его никак, понимаете? Я его просто с низов подняла. Благодаря мне он стал рисовать образы голых женщин. И благодаря этому я его познакомила с влиятельными людьми. У него как поперли заказы. А сейчас он возмущается. А давай мне то, а давай мне это тоже, блин, мне художники нашли. Я возмущаюсь. Ну ладно, ну что вы сейчас, вам жалко, что вы когда-то свели с влиятельными знакомыми своего мужа, и это принесло ему успех? Конечно, ваша честь. Я очень недовольна, понимаете? Недовольна тем, что без меня, значит, он был никем, сейчас он поднялся, а теперь он говорит, отдавай мне все последнее. Да что же это за муж вообще такой? И я вам больше скажу. Он стал, ведь мастерская находится, где он работает, у нас в доме. Как стали толпами просто приходить эти дамочки вообще разные к нам в дом. Так они не просто приходят, они приводят со мной, с собой для образа разных животных. Однажды, значит, я такая прихожу домой, открываю дверь, а там... Вот сталкиваюсь вот с таким питоном, так у меня просто мурашки, я просто была в шоке, меня до сих пор трясет. И это еще не все, я ему закатила истерику. Он сейчас, питон, видите, смеется. Ему, конечно, смешно. Да, конечно, живой. Питон живой, а дамочки? А дамочки тоже живые, понимаете? Ну, и дамочек... все равно. Нет, дамочек он пишет в каком виде. То есть если он, его специализация, это обнаженная натура, например, или портрет, ему необходима натурщица, то я понимаю, для чего дамочки. Но если он пишет пейзажи или натюрморты с питонами, тогда я не понимаю, что там делают женщины. Поэтому мы либо подозреваем его в измене, либо мы понимаем, что это его специализация. Слушай, вот я у вас слушай, и прошу пояснение, чтобы говорите. Мне было понятно. Ваша честь, нет, они, понимаете, позиции перед ним и приводит с собой всякую вот эту, скажем так, нечисть, я а не знаю, в нашем что? Доме. Каким то есть, образом ты приходят женщины к нему вместе со своими питонами? Конечно, они приходят со своими питонами. И у нас дома уже целый цирк образовался, понимаете? А кто, кроме они питонов еще? Они как уходят вместе с ними, нет там никакого цирка. Ой, замолчи уже, а. Кроме питона, я вам рассказываю, однажды захожу я также в гостиную, хотела себе налить чашечку кофе с утра, и вдруг я вижу...
На тюле на нашей итальянской, которую подарила нам на годовщину моя мама, раскачивается такая со всей дури волосатая чудовище. Вот с такими ушами, с лапами, с ногами, с руками. Лемур? Это как ее? Ленивец? Шимпанзе. А, шимпанзе. Нет, 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 обезьяна. Вот, да, обезьяна. Ну, обезьяна, шимпанзе, макака, горилла. Я думала, все. Вы знаете, ой, сейчас дорогая, моему дому просто придет конец. Я думаю, все, сейчас... Я бы так обрадовалась, если бы обезьянку увидела. Они такие хорошенькие. Ну, они хорошенькие, понимаете, ваша честь. Но она вот не обрадовалась. Убирать-то мне а после этого. Убирать так он настолько жадный, что он даже горничную не может нанять в наш дом. Все делаю абсолютно я. Так, ну, на ладно. Этом еще цирк не окончен, шапито. Однажды, значит, я хотела подсмотреть, чем же он все-таки там занимается. Открываю, значит, дверь. Я такая мастерской его. И вдруг вижу картину. Сидит вот такая с толстой задницей баба. Сзади у нее вот такие огромные складки. Она просто вообще сидит такая, и не одна, а с аллигатором, представляете? Он как открыл свою пасть, так я сразу вообще просто чуть в обморок не упала. Это Рубенс. Это Рубенс. А, тоже любил честь, такую же натуру. Я уважаю. Вы, вот вы, да. Вы понимаете в искусстве. Это рубенсовские аллигаторы. Вот они такие все розовые, дородные. Более того, ваша честь, я понимаю, что это был бы один раз, так это несколько раз. Однажды захожу я в гости к своей подруге Алине, и вдруг вижу картину. На кухне, значит, висит картина очень красивая, занавесанная... В общем, занавеской, да, закрытой, прикрытой, скажем так. Я, значит, такая подхожу, смотрю, и вдруг вижу Алину голую, просто она ноги врозь сидит такая вообще, просто вся расчехлилась, Волочкова вообще отдыхает, понимаете? Это уже не обнаженка, это уже за гранью, честное слово. И тут я сразу поняла, что, конечно, мой благоверный мужичок написал все это. На картине сидит. Она на картине нарисована, понимаете? Голая полностью. Алина, моя подруга. И тут она мне начинает быстро говорить, это вливать в уши, дорогая, замолчи. Обнаженная натура, начинает Нил, говорить о том, что типа, это не твой муж меня нарисовал, даже не думай об этом. Ага, тот-то я вообще не узнаю его вензель в виде буквы «З» в углу. Да, конечно, знаю просто из тысячи, понимаете? И тут она начинает просто отнекиваться. И тут я себя словила на мысль, думаю, боже мой, а как же она вообще? Вот он ее нарисовал. А заплатила-то она ему чем? У нее денег-то нет вообще никогда. Бубликами вечно. Она мне заплатила. Она у меня сама занимает всегда деньги. Она просто, у нее денег нет никогда. Вот, соответственно, я такая думаю, а конечно считаете, же, натуре, что заплатила? А если из любви к искусству ваш муж наваял вашу подругу? Да нет, не верю, я в это абсолютно вообще не верю. Она расплатилась с ним натурой, конечно, я в этом абсолютно конечно, уверена на все 100. Маргарита Андреевна, я все выслушала. Пожалуйста, займите хорошо, место истца. Скажите мне, Константин Юрьевич, да, ну вот я выслушала, действительно, ваша жена должна очень сильно напрягаться, потому что вы постоянно контактируете с обнаженной натурой. И вот она сейчас уже пришла в зал суда и говорит вам, хочешь, рисуй, но без меня. Вы хотите сохранить семью? Что нет, вы можете? Не нет, хотите, не да? Не хочу. Не хотите. А я что хочу? Я хочу развода. Ваша честь, да вы поймите, что тот же Рубенс, Боттичелли, они все рисовали с обнаженной натурой, понимаете? А, ну, как вам объяснить? Мои клиенты, они очень, ну, скажем так, состоятельные люди. И они хотели бы видеть своих жен на полотнах великих художников. Да что он там несет вообще, эту чушь какую-то? Отдавай мне вообще картины мои, и все на этом, просто распрощаемся с тобой. Да какие картины твои я должен тебе отдать? Если что-то, картину, большую часть, я написал до брака с тобой. Ваша честь, а могу я пригласить свидетеля своего? Это моя первая жена, у нас с ней сын общий, Захарова Лариса Викторовна. Да, хорошо, приглашаем она Ларису рассудит, Викторовну как бы, да, Захарову. И скажет, какие картины я до написал, да какая какие жена, после. Зачем ты ее привел сюда, а? А, вы свидетель Захарова? Да. Пройдемте со мной. Здравствуйте. Занимайте, пожалуйста, привет. Место рядом с ответчиком. Вы его бывшая жена. И, насколько я понимаю, вы с бывшим мужем сохранили товарищеские хорошие отношения. Я пришла помочь Косте. Он же у нас, ну, как ребенок, ему все время нужно помогать. И вот те 8 лет, которые мы жили вместе, я ему как мама была. Когда мы познакомились, ему было 25, мне уже 30.
я его жалела, прощала ему все. И, ну, в итоге он, правда, ушел вот к этой девице Маргарите. Не знаю, чем там она его взяла. Ну, разве что на 15 лет младше меня. А так они, ну, совершенно не пара. Совершенно. Костя. Костя всегда в образе. Он вообще не от мира сего. Он гений практически. Ну, а Рите нужен обычный мужчина, крепко стоящий на ногах, с толстым кошельком. Ну, или с золотой кредиткой. Женщина, да вы не знаете меня. Вы что такое несете вообще? Какой кошелек вообще? Какой мужчина? У меня есть Константин на данный момент, и я не прошу его забрать. Заберите его себе, ради бога. Мне только картины отдайте мои, и все на этом. Милочка моя, о каких картинах ты говоришь? Большинство своих картин Костя написал, когда мы с ним вместе были в браке. Поэтому ты на них никакого, ничего вот не имеешь, никакого права. Поэтому, кстати, я не подавала на раздел имущества, потому что хотела сохранить с отцом своего ребенка хорошие отношения. А так, пожалуйста, я хоть сейчас могу подать. Лора, это еще не все. Она еще хочет разделить наш Сестра, дом, это правда. Если супруга прошлая сейчас подаст на раздел имущества, то сначала будет иметь преимущественное право вот ее иск, а уже потом имущество, которое останется. Поэтому я боюсь, что там ничего не останется. Я еще хотела насчет дома добавить, если Маргарита уже на дом замахнулась, да, что мы его купили с Костей, когда жили вместе. И купили его тоже вместе. Период брака, да? Конечно, да. Потом я вернулась на свою... И ребенок остался с матерью, поэтому здесь, я думаю, что большая часть имущества... Так, ваша честь, я все понимаю. Ваша женщина милая, так у вас все есть. У вас есть богатство, у вас есть бизнес, у вас есть деньги. Зачем просто вы претендуете на эти картины? Ведь картины — это замороженные деньги. Правильно? Правильно. Он их рисовал в период нашего с ним брака. Понимаете? Вы уже тут вообще не при делах были. Да она не претендует на картины. Она не претендует на картины. Полную часть, это 10 картин, вообще. Я больше не прошу. Значит, я вот приготовила список картин, я ничего не знаю. Я хочу, чтобы ты мне их отдал. Ох, еще и список написал. Ну, давай, «Милена, ночь и день», «Восхождение и падение», «Сфера». Это все твои картины. Угу. А, «Свеча, еще зажженная днем». Леонардо да Винчи, «Мадонна с гвоздикой», «Рафаэль, преображенная», и «Портрет Арагонской», «Микеланджело» и «Дельфинская». А, «Дельфийская вилла». «Свилла», прошу прощения. Блин, язык сломаешь, честное слово. И «Святое семейство». Вот это мне отдай, я больше у тебя ничего не прошу. А ты больше ничего не хочешь? Сумасшедший. А ты в курсе, что «Свеча, зажженная днем» была нарисована 10 лет назад? Я тебе отдам твои портреты. Твои нюшные дам. Отдам мамы твоей, да? Что там еще? Да, маму мне отдай. Я все тебе это отдам, ради бога. Я тебе даже толстого мальчика отдам. Отдам тебе, по-моему, 5 у меня осталось голых, короче, позировали. Слава богу, не забрали. С Питоном? И с Питоном тоже. Я тебе отдам не 10, я тебе отдам 12 картин. Вот, держи. На. Вот, давай. Все тебе. Держи. Да. Вот. Очень хорошо, муж. Только это еще не все. Этого мало. Вон мне кошку еще, пожалуйста, ту отдай. Ой, и кошку я тебе отдам. Константин Юрьевич, ну вы сразу столько передаете картин, собственно, своей супруге. Вы не погорячились? Может быть, все-таки... Ваша честь. Не торопитесь? Мне бы, скорее всего, это закончилось, правда. Мне уже настолько надоело все это. Ваша хорошо, честь. Маргарита Андреевна, вы принимаете вот эти все картины? Да, конечно, да, принимаю. Угу, хорошо. Но на самом деле это еще не все. Он мне ведь за моральный ущерб еще должен заплатить, скажем так. Да? То, что я свои нервы мотала, кто это мне будет оплачивать? Пускай и оплачивает. Поэтому я сейчас хочу в зал суда пригласить свидетеля Сергеева Ивана Анатольевича, который расскажет, чем закончилось тот момент, когда он заказал, чтобы мой муженек, скажем так, благоверный, нарисовал его жену. Понимаете? Чем это закончилось? Мы сейчас узнаем. Пригласите, чем пожалуйста. Же это то есть вы хотите сейчас в суду пригласить свидетеля, который докажет, что вам был нанесен моральный вред. Все верно. Хорошо, он что вы страдали. Что из этого получилось. Что у вас были то, страдания. Из-за чего я переживала больше всего. Да. Хорошо, все пригласите, верно. Пожалуйста, Сергеева Ивана Анатольевича. А, вы свидетель Сергеев? Да. Пройдемте. Именно тот,
дорогой. Он больше всего разбирается в картинах. Правда? Здравствуйте. А Иван Анатольевич, проходите, пожалуйста. Насколько я понимаю, вы знакомы с Константином Юрьевичем, Иван художником. И, как я понимаю, судя по нежному поглаживанию его супруги, я понимаю, что вы и с супругой его тоже хорошо знакомы. Скажите, пожалуйста, а о каких страданиях супруги Константина Юрьевича вы хотели бы сообщить суду? Вот она говорит, что вот она очень страдала. Ваша честь, я бы таких художников за одно место подвешивал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я нанял этого человека, чтобы он нарисовал портрет моей жены. Супруга выбрала костюм Клеопатры, я оплатил, дал Константину аванс, и он стал приезжать к нам рисовать жену. Я сам коллекционер, и у меня есть вкус. Конечно, дорогих полотен у меня нет, но у меня есть картины стоимостью около 50 тысяч долларов. Константина я знаю, он неплохо стилизует работы под известных авторов. Ну и, в принципе, сам хорошо выдумывает сюжеты. Но я не просил рисовать мою жену в обнаженном виде. Я ничего такого не подозревал. Он приезжал к нам много раз, потому что картину за один раз не написать. Ну, Клеопатра, ну что вы хотели, там жарко. Я приехал и увидел обнаженную, практически догола супругу и совершенно взъерошенного Захарова. Жена, конечно, мне пояснила, что она захотела сделать мне сюрприз, портрет в стиле ню. Ничего себе сюрприз! Я выгнал Захарова и денег не заплатил. Хотя портрет был практически дописан. После этого мне позвонила Маргарита. И... Да, так и было. Да, и спросила, не у нас ли задерживается ее муж. Я ей все рассказал, как что было. А портрет я порвал на лоскуты, потому что мне это безобразие не нужно. Да неужели? Вы порвали неужели? Портрет, который был полностью написан? Там двух мазков всего не хватало. И вы мне ни копейки не заплатили. В общем, Иван Анатольевич, вот я получила то, что я хотела. Оцените, пожалуйста, как вам. Даже больше взяла, чем надо было. Как это? Что это? Кому это нужно? Это же... Это ничего не стоит. Это не имеет абсолютно никакой художественной ценности. Это я вам совершенно точно говорю. Как это не стоит? Это обнаженка. Как это не стоит? Именно это обнаженка. Это заказчики платят только за своих голых баб. И все. Больше это никому не нужно. Я вообще в шоке. Ты меня что, обманул, что ли? Ты зачем мне хлам вообще привел? Скажите, пожалуйста, а почему вы такую заинтересованность проявляете к работам этого живописца? Я-то думала, что да я не могу смотреть, как обманывают бедную женщину. Ваша честь, она не разобралась. Мы вот с этим вот не согласны. Ваша честь. Особенно ценятся копии Захарова, потому что он мастер, и многие небедные люди мечтают украсить свои виллы его Рафаэлями и да Винчими. Маргарита, она просто ведь ценности картин не знает. Возможно, не знаю. Позвольте, я объясню вам сейчас. Точнее, как бы, ну... Почему? Реально, что не стоит? Вызову свидетеля, который объяснит вам, в чьих интересах... Ему что делать надо? Товарищ Сергеев действует в первую Давайте очередь. Давайте вызовем свидетеля. В чьих же интересах действует товарищ Сергеев? Я хотел бы вызвать Алину. Это вот та самая подруга, с которой они долго общались. Была подруга. Хорошо, Васильева Алина Петровна была вызвана в суд, и мы приглашаем ее в зал. Пожалуйста. А, свидетель Васильева, пройдемте. Здравствуйте, Алина Петровна, проходите, пожалуйста. Насколько я понимаю, вы подруга Маргариты Андреевны, но пришли поддержать ее мужа на бракоразводном процессе. Да, все верно. Поясните. Ваша честь, до недавнего времени мы с Сергеем состояли в достаточно близких отношениях. Мы с ним были любовниками. Сергеев, не строй себя святошу. Ваша честь, Сергеев интересовался творчеством Константина, ему было достаточно интересно. И в последнее время он настойчиво требовал познакомить меня с Константином. Что я, собственно, и сделала. Я познакомила его с Костей, но на свою голову я познакомила его не только с Костей, но и с Марго. Я не хочу просто объяснить Марго, почему Сергеев подъехал к ней. Да просто через эту дурочку он хотел заполучить картины Константина. Потому что Сергеев коллекционер, он прекрасно знает, что картины Константина востребованы, они пользуются спросом. Спасибо тебе огромное, Алина. Ваша честь, дело в том, что я очень неплохо пишу копии знаменитых полотен. Это известно в определенных кругах. В этих же кругах вертится Сергеев. И, естественно, он давно охотится за моими полотнами. Ты, дорогая, была всего лишь маленькой ниточкой, за которую надо было дернуть,
чтобы получить эти полотна. Но ты облажалась. Видишь, что ты получила? Я не верю тебе, понимаешь? Это все неправда. Что ты вообще несешь? А ему ты веришь? Ваня, скажи ему. Ему я верю, да. Скажи, скажи ей, Ваня. Скажи ей честно. Скажи. Что ты молчишь? Дурында, ты что, не веришь, что ли? Ты ему вообще не нужна. Ему только были нужны картины Кости. Ты вообще ему не нужна. Потому что ты вот, дура. Костечка, пожалуйста, так, любимый так, все, мой. Все, я тебя так, очень все, прошу. Но я буду так, самой так, лучшей не позорься, женой. Костя. Не позорься, иди. Костя, вот туда, пожалуйста, вот. Нет. Я буду самой лучшей женой. Ваня, иди к Ване. Хочешь, Ване, я тебе мальчика, девочку рожу. Ну, пожалуйста, Костечка, прости. Иди вон там, девочку ему родишь. Иди вот туда. Еще один шанс, Костя. Ну, что ж ты такое? Ты дура, ты думаешь, ты Косте нужна? Так у Кости уже новая муза. Я тебя разочарую. Ее зовут Анжела. Ей 19 лет. У него новый виток. Дура! Ваша честь, пожалуйста, не разводите нас. Я против развода. Я хочу сохранить нашу семью. Так, ну хорошо, разводиться вы не хотите. А по поводу имущества вы исковые требования свои поддерживаете? Имущество разделить? Ну как вам сказать, ваша честь? Да, имущество, пожалуйста, разделите. Я хочу, чтобы вы разделили. А на что надеяться, вообще непонятно. Хорошо, суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Оглашается определение суда. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Решение суда. В иске о признании дома совместной собственностью супругов и о признании за супругой права собственности на 1/2 доли дома отказать. В иске о разделе супружеского имущества отказать. Поясняю. Суд не признает дом, приобретенный супругом до брака, совместной собственностью обоих супругов, потому что участие супруги в период брака в перепланировке дома не привело к значительному увеличению стоимости дома. Это подтверждается представленным суду заключением строительной технической экспертизы и актом об оценочной стоимости дома. Суд отказывает в иске о разделе супружеского имущества, потому что объектом спора является результат интеллектуальной деятельности супруга, а именно созданные им произведения искусства, живописные картины. А исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной одним из супругов, принадлежит автору такого результата. В данном случае картины созданы ответчиком, поэтому это его личная собственность, и они разделу не подлежат. Суд разъясняет, что к обществу и имуществу супругов относятся только доходы, полученные во время брака от результатов интеллектуальной деятельности, а не само произведение искусства. Вам понятно? То есть деньги, которые вы получили в период брака, вот они являются собственностью, а картины, которые написаны вашим супругом в период брака, уже собственностью совместной не являются. Если вы недовольны решением, вы можете обжаловать его в установленные законом сроки. А на этом судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Просто козёл. Самый натуральный. Забирай свою хламу вообще. Браво, браво.